Здравствуйте. Тема урока – значение транспорта веществ для жизнедеятельности живых организмов. Органы и система органов живых организмов, участвующих в транспорте веществ. Сегодня на уроке вы научитесь объяснять значение транспорта питательных веществ в живых организмах. Ознакомитесь с органами, участвующими в транспорте веществ у растений. Транспорт каких веществ осуществляется в организме растений и животных? Вещества, транспортируемые по организмам растений и животных, это минеральные и органические. Что такое транспорт веществ? Транспорт веществ – это процесс переноса необходимых веществ по организму, клеткам и внутрь клеток, а также удаление из организма отработанных веществ. Транспорт бывает двух видов – пассивный транспорт и активный транспорт. При пассивном транспорте перемещение веществ происходит без затраты энергии. В активном транспорте же, наоборот, перемещение веществ происходит с затратой энергии. Мы с вами знаем, у высших растений имеются ткани. У низших растений, таких как водоросли, ткани отсутствуют. Поэтому у них вещества передвигаются по клеткам. Назовите, по какой ткани вещества передвигаются у высших растений. Ткань, которая проводит растворенные вещества по организму растений, называется проводящей. Проводящие ткани – это ткани, по которым происходит массовое передвижение веществ. Они возникли как неизбежное приспособление к жизни на суше. Корень – это один из основных вегетативных органов листостебельных растений. Основные функции корня – поглощает из почвы воду и полезные вещества, закрепляет и удерживает растения в почве. А сейчас предлагаю просмотреть видеоролик на тему «Строение и функции корня». Корни являются подземными органами растения. Они выполняют три основные функции. Первая функция корней состоит в закреплении растения в земле. Вторая функция корней – это поглощение воды и минеральных солей из почвы. Корневые волоски, растущие в верхней части корня, увеличивают площадь всасываемой поверхности. Последняя функция – проводящая. Корни являются частью проводящей системы всего растения. Они переносят воду и минеральные соли к стеблю и листьям и питательные вещества из листьев во все части корневой системы. Как же осуществляется транспорт веществ у растений? Корневые волоски всасывают воду и минеральные вещества. Сосуды, такие как трахеи и трахеиды, транспортируют воду с минеральными веществами от корней к наземным частям растений. Ситовидные трубки проводят растворы органических веществ от листа по стеблю в корень. У многоклеточных организмов разные ткани. Части тела и органы выполняют различные функции, а потребность клеток остается одинаковой. Они нуждаются в воде, кислороде, питательных и минеральных веществах, входящих в их состав макро- и микроэлементов.
Также все клетки, органы, организмы нуждаются в том, чтобы из них своевременно удалялись, то есть выводились вредные вещества, образующиеся в процессе жизнедеятельности. Вы уже знаете, что перенос веществ в организме – это жизненно необходимый процесс. Если бы мы могли заглянуть внутрь живых организмов, то увидели бы следующее. В одноклеточных организмах животных, например, таких как амеба и инфузория туфелька, перемещение питательных веществ в клетке происходит за счет движения цитоплазмы. У амебы происходит перекатывание цитоплазмы. Следовательно, происходит перемешивание питательных веществ. У инфузории туфельки осуществляется круговое движение цитоплазмы, которое приводит к распределению веществ по клетке. Многоклеточные животные для переноса веществ имеют особые системы органов. У них перенос питательных веществ и газов осуществляется через кровь или гемолимфу, образуя систему, которая называется кровеносной. Кровеносная система бывает двух типов – замкнутая и незамкнутая. Замкнутая система кровообращения, в ней транспортная жидкость циркулирует только по сосудам и не попадает в полость тела. Такую систему кровообращения имеют рыбы, земноводные, птицы, млекопитающие, в том числе и человек. Незамкнутая система кровообращения. Кровь или гемолимфа изливается из сосудов в полость тела, где непосредственно соприкасается с органами и тканями. Такую систему имеют моллюски, иглокожие. Она состоит из сердца и сосудов, по которым движется кровь. Сердце – это полый мышечный орган, который обеспечивает с помощью повторных ритмичных сокращений движение крови по кровеносным сосудам. Кровеносные сосуды делятся на артерии – это кровеносные сосуды, которые несут кровь от сердца к органам. Они считаются самыми крупными. Вены – это кровеносные сосуды, по которым кровь движется к сердцу. Капилляры являются самыми тонкими сосудами в организме человека и других животных. Они участвуют в обмене веществ между кровью и тканью. Гемолимфа – это жидкость, циркулирующая в сосудах и межклеточных полостях беспозвоночных животных с незамкнутой системой кровообращения. К ним относятся членистоногие и моллюски, за исключением головоногих. Кровь – это жидкая, подвижная, соединительная ткань внутренней среды организма, которая состоит из плазмы. Плазма – это жидкая среда и форменных элементов – эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Эритроциты, соединяясь с кислородом, разносят его по всему организму, таким образом осуществляя транспортную и дыхательную функции. Лейкоциты выполняют защитную функцию организма. Они уничтожают попавшие в организм болезнетворные микробы. Тромбоциты участвуют в процессе свертывания крови, например, при ранении. Приступаем к практической части. Выполним задания, которые помогут вам закрепить изученный материал. Задание первое. Используя предложенные варианты ответов, заполните таблицу «Строение
кровеносной системы. Правильный ответ. Незамкнутая кровеносная система. Кровь или гемолимфа изливается из сосудов в полость тела, где соприкасается с органами и тканями. Жидкость, которая в ней циркулирует, гемолимфа, встречается у животных, таких как членистоногие, моллюски, за исключением головоногих, и иглокожие. Замкнутая кровеносная система. Транспортная жидкость циркулируется только по сосудам и не попадает в полость тела. В ней циркулирует кровь. Замкнутую кровеносную систему имеют кольчатые черви и позвоночные животные. Задание второе. Внимательно рассмотрите рисунок. Объясните процесс, изображенный на картинке. Правильный ответ. На рисунке изображен транспорт питательных веществ у растений. По восходящему току транспортируется вода с растворенными в ней минеральными солями от корня к наземным частям растений. По нисходящему току транспортируются органические вещества от листьев в корень. Задание третье. Животные имеют замкнутую и незамкнутую кровеносные системы. Сгруппируйте данные организмы по типу кровеносной системы. Правильный ответ. Замкнутую систему кровообращения будут иметь следующие животные: обезьяна, осьминог, тушканчик, лягушка. Незамкнутую кровеносную систему имеют следующие организмы: речной рак, улитка, дождевой червь, морская звезда. Подведем итог урока. Сегодня вы научились объяснять значение транспорта питательных веществ в живых организмах, а также распознали органы, участвующие в транспорте веществ растений. Урок окончен. До свидания.